Правильно тебе муж люлей навешал. Бодибилдеры грозят расправой Кравец. Когда певица, модель и светская львица Алена Кравец на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовала пост о занимающихся тяжелой атлетикой спортсменах, то и предположить не могла, с какой волной негатива столкнется. Иногда погоня за модой приобретает извращенные формы, считает Алена. Как вы думаете, неужели это красиво, когда молодая девушка превращается в груду мышц? Да, за этим стоит тяжелый труд, но первостепенную роль все же играет применение химических препаратов, столь вредных для здоровья вообще, а уж для женского подавно. А ведь девушкам еще и рожать предстоит. Алена написала, что ее умеренно подкачанная и без силикона попа выглядит намного сексуальнее, чем у мужеподобных женщин. Но что началось на ее странице после этих слов? Ад. Убрать фильтры с ваших фото, посмотрели бы на вас, как выглядите без фотошопа. Как вы смеете себя сравнивать со спортсменкой и трудягой? Аленушка, как бы эта женщина заявление в полицию на вас не написала? Посмотрите на себя, перенесшую не одну пластику силиконовую куклу. Правильно тебе муж люлей навешал, мы еще и добавим. Пишут Алене возмущенные люди. Стоит заметить, что Кравец к услугам пластических хирургов не прибегала, фотошопа избегает, так что наговоры на нее кажутся странными. Но люди упорно поливают красавицу помоями. Мне стали поступать угрозы, пишут разные неадекватные люди и грозятся устроить темную. Плачет Алена. Она призналась, что вынуждена взять еще одного охранника. Справедливости ради надо заметить, что среди поклонников Алены много тех, кто считает ее формы совершенными, а перекачанное тело уродством. Алена, ты такая изящная и сексуальная, а эти рядом стали мужеподобными, потеряв женскую хрупкость, нежность, изящество. Печальная тенденция. Мужеподобные женщины и женоподобные мужчины, пишут многочисленные обожатели Кравец. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Одно лицо, маленькая дочь становится копией Николаева. Угодившего в капкан Зеленского лишили шансов на встречу с Путиным. Никита Джигурда рассказал о грязных методах Андрея Малахова. Счастливый кучер стал папой в пятый раз. Раздевшуюся с горя Чехову подбодрили непристойными фотографиями. И многое другое.